Салют, народ, с вами Виолент, и мы продолжаем с вами играть в GTA 5 с модами. Мы продолжаем играть в реальную жизнь, и мы едем на тусу с вами, на пляжную вечеринку. Все этого так долго ждали, поэтому ставьте сейчас прям лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики. Ну что, ребят, давайте нажмем тапку в пол, так как говорится, поедем на нашу, ё-моё, мазафака, вечериночку, потому что там все братишки собрались, все сестренки. Я надеюсь, очень будет интересно, потому что это пляжная мазафака-вечеринка. Конечно, я уже немножко не в том настроении, но ладно, ладно, ничего страшного. Мы только что ушли от копов, как вы помните, да, в прошлой серии. Но ничего, я думаю, мы отдохнем классно, потому что клуб меня вообще, ребят, подвел. Я думал, я в клубе отдохну, но, как вы могли видеть в прошлой серии, вообще ничего не удалось нам отдохнуть, блин, только рыльники начистили. Ну, а сейчас мы вот так вот едем на своей маленькой красоточке, я надеюсь, к нам никто не будет приставать. Кстати, можно цыпочку взять, может быть. Ну-ка, цыпочка. Смотри, цыпочка. Смотри, как я бибикаю тебе. Ладно, хрен с тобой, я тебя могу вырубить, если что. Наехал на ножку, да, ты испугалась? Да пошла ты нахрен просто. Пошла ты нахрен. Ну что, ребят, едем. Блин, я походу не туда заехал, потому что нам надо походу брать ребят левее, не знаю. Здесь мы точно не съедем, поэтому нам надо давать задницу. Задницу, нет, не задницу, нам надо давать заднюю просто. Блин, какая машинка красивая, ребят, просто с нее офигею. Мы просто богачи с вами. Это просто дичь какая-то. Ну что, надо как-то свернуть и заехать на сам пляж. Смотрите, ночь, а мы едем с вами на тусу. Что может быть еще лучше? Да, я... Это как... Блин, это непонятно, куда мы едем, кстати. Я не знаю, как на пляж свернуть, но... По идее, где-то здесь, ребята, можно как бы завернуть на пляженцы, да? Ох ты, черт возьми, куда ты прешь, тварь? Это реальная жизнь, мазафак. Я еду по встречке. О, черт возьми. Так, ребят. Где наша туса? Мне ребятки мои позвонили, сказали, что она где-то там, походу, будет. Блин, здесь люди ходят, кстати, наверное. Давай, доставай свой iPhone, давай, фоткай. В Инстаграм будешь выкладывать фотки, давай. Все, сфоткал, молодец. Похвастайся своим друзьяшкам дебильным, что они не смогут накопить на такую тачку еще всю свою жизнь. За всю свою жизнь не смогут накопить... Ты что, хочешь разобраться, что ли? Я не понял. Слышь, ты хрен! Пошел нахрен отсюда! Ребят, знаете, почему он испугался? Потому что у меня пушка, мазафака. Говнюк, саны. Беги, беги, мразь! Беги, пока ноги бегут. Тварина. Ладно, спрячем свой большой ствол и отправимся наконец-то тусить. Давай. Ох, как, блин, рычит. Сочненько. Так, спокойно, по правилам дорожного движения. Здесь, по идее, люди ходят и катаются на велосипедах, на скейтах и на прочем. Ну, а мы с вами, ребят, вот так вот едем по этой дорожке. Здесь, по идее, можно как бы проехать, да, смотрите, здесь есть где проехать, и слава богу. Так, притормозим, чтобы этот задницу не поцарапать, не задницу, а низ машины. Это главное, потому что моя тачка дороже всех, всех дороже. Здравствуйте, красоточка. Holy shit, мафака, пошла нахрен. Можете стоять тут долго, не заработаете еще. Так, ребят. А вот походу нашей тусы, да? Почему-то я ее не вижу, если честно. Походу нам надо заезжать на пляж, ребят. Кстати... Где наша туса? Где наши друзья, блин? Что-то я не могу найти. Что ли, им позвонить, что ли? Что-то непонятно. Что-то, ребят, непонятки какие-то. Или они не захотели тусовать? Нет, они сказали... Они мне позвонили, сказали, что будет туса обязательно. Приезжай там. Во сколько времени? В час ночи приезжай. Я заранее. Кстати, это нам надо было ехать вообще в обратную сторону, получается. Давайте по пляжу, ребят, прогоним. Уху, мазафака, вот это жесть. По песочку, по красивому песочку, ребят.
Вот это я... Ой-ой-ой, тихо-тихо, главное, чтобы тачку нашу не утопить, нахрен она дорогая. Хорошо, будем по берегу, ребят, катать на машине, что может быть круче. Круче ничего не может быть. Сейчас мы проедем под вот этим мостом интересным, да? Вот так, хопа! Здесь вода, что ли? Че, я кого-то сбил там, нет? Вроде никого не сбил, ребят. Вроде все норм. А где вот только наша туса? Так, здесь мы сможем проехать? Да, ребят, здесь мы сможем проехать, отлично. Немножко тачку свою промыли. А вот, ребят, и туса. У-ху! Смотрите, как мы приехали, круто. Вот это отжигают они. Вот это, ребятки, ребят, отжигают. Давайте припаркуем свою машину. По красоте приедем к своим братишкам. Давайте сюда припаркуем. Здравствуйте. Я приехал к вам отдохнуть сегодня, тусануть. Как у вас дела, братишки? Ой, это, походу, не мои. Нет, это не мои точно. Во, чувачки стоят. Здравствуйте, качки. Вы не хотите лечь на бочок? Ладно, это не наши, ребят. Это люди... другие позвали их, естественно. Ох, а ты, походу, моя крошка. Здравствуй. Что, будем с тобой знакомиться, а? Давай с тобой выпьем пивасика. Слышишь, ты хочешь со мной выпить пивасика? Давай бухнем, что ты... Что ты ссышь, все нормальные люди, как бы. Давай я немножко тебя пофоткаю, что ли, да? Вот, улыбайся, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, улыбнитесь. Прям тебе в пыску. Вот, да, отлично. Ты у меня фотомодель. Я делаю, знаете, на память фотки. Вот, прям при... Что мы ей фоткаем? Губки накрашенные? Да, может, и там пофоткать. Да, все, ребят. Давайте, ребят, бухнем с ней пивасика. Ну чё, рассказывай, как у тебя делишки, как тебя зовут. Это моя жена, возможно, будет. Ребят, если вы хотите, чтобы я поженился, обязательно напишите об этом в комментарии. Естественно, жмите лайкусик. Да, да, такая жизнь. Туда-сюда, в общем, да. О, посмотри, что я умею. Смотри. Оп, я могу... И полежать на песочке, ты можешь ко мне присесть, моя крошка. Ладно, не будем этим заниматься, естественно, надо... Надо предотвратить это все дело. Так, поехали, ребят, дальше. Здесь йогой занимается. Вот это черномазые мои братишки с района, с гетто. Нормально, братья, нормально. Нормально же здесь все правильно. Нормально, смотрите, какой костерчик, ребят. Вообще прикольно. Ох, как круто. Тоже братик пьет что-то непонятное. Концертик здесь дают. Шашлычки. Правильно? А вот это кто такая? Привет. Ой, не-не-не. Я передумал. Вот, смотрите. Тут играют на гитарках. Еще и менты. Зачем вы сюда ментов пригнали, слышите? Ребятки. Ой-ой-ой-ой. Нахрен, нахрен. Какая-то она стрёмная. Ребятки, она стрёмная. Выпустите меня. Вот, я залезу сюда. Вот, само то, ребят. Давайте тоже потанцуем, как дегенерат. Станем здесь. И, в принципе, можно даться в... Ой-ой-ой. Ой. Вот, да. Во, нормально, нормально. Смотри, я с тобой танцую. Да чё ты меня бьёшь-то? Я свой, нахрен. Да я свой тип. Да не трогай меня. Достала, блин, какая-то неугомонная тёлочка. Здесь все свои. Решили вот отдохнуть, блин, после таких ограблений, нахрен. Все, не трогай меня, я скроюсь. Ни хрена себе, бабёха, смотрите, какая жирная. Начала прописывать людям. И это начало прописывать. Пипец, какая-то пляжная вечеринка, походу, накрывается медным тазом. Нормально все, я тоже хочу на сцену. Охранники, пропустите меня. Нормально же общались. Вот. Можешь фоткать меня, все, все, что хотите, можете делать. Ой, какая сочненькая. Оу, ей, мафака, оу, бич. Ух, смотрите, как она глаза накрасила. Блин, а, вот, покажи, покажи. Смотрите, как она накрасила свои глазки. Вообще дико просто. Вот это я понимаю. Смотрите, как девчонки веселятся. Все нормально же. Отдыхаем, ребят. Мне нравится эта туса. Сколько времени, интересно? 3 часа уже. Ночи.
Вот это мы с вами, ребята, отжигаем. Можно прямо здесь тоже бухнуть пивасика. Давайте все-таки употребим. Мы все-таки на тусе, ребят, как же не употребить. Вот, отлично. Заливай, заливай в глоточку полностью свой пивасик. Нормально. Нормально, идет весело, ребят, отжигаем. Хорошо же все. Да, говорит, ты классно танцуешь, прыгаешь. Вообще великолепная куколка, надо ее брать в жены стопудово, ребят. Стопудово надо брать в жены. Так, все, хватит, давайте немножко тоже потанцуем, естественно. Так, что это такое? Ладно, мы будем с вами танцевать по-нормальному, как нормальные люди. Да, именно так. Да, я немножко больной, я люблю, у меня припадки бывают, поэтому не обращайте внимания на меня. Уху, как весело, смотри. Блин, реально, ребят, тупо отжигаем, тупо на такой вечериночке пляжной. Здесь все атмосферненько, все спокойно, никому не чистит рыльники никто. Ну, если не брать, конечно, ту же руху, но она не в счет, она все-таки больная на голову, всего лишь она жируха. Поэтому, ребят, можно здесь вот повеселиться нормально. Сейчас повеселимся и поедем, ребят, домой, естественно. Ладно. Я думаю, мы классно с вами, ребят, время провели. Здесь хорошая реально вечериночка такая пляжная, уютная. Нормально потусили, ребят. Вообще, мне понравилось, если честно. Если вам понравилось, тоже ставьте лайкусик и пишите в комментарии, что вам понравилось. Вот эта дурочка меня до сих пор ко мне привязалась, что-то от меня хочет непонятное. Вот здесь бутылочек. А, это кегли, нифига себе. Они играют в боулинг здесь, ребят. Ну что, я тебя не повезу домой. Какая-то иностранная. Я бы ту вот куколку прихватил с собой бы. Было бы нормально. Пошла нахрен. Глотай мою пыль. Глотай мою пыль, сказал. Да пошла ты нахрен. Да пошла ты на... Это ни в какие в рамки не влазит, слышь, куколка? Ты моя тачка, я сяду, и ты будешь глотать пыль. Слышишь? Подожди, сейчас ты глотанешь немножко пыли. Сейчас я тебя засру, блин. Ах, не получается, да? Ну ладно, давай поиграемся. Давай немножко поиграемся. Смотри, как я надымил, ребят. Просто я похуй в афиге вообще. Вот так сейчас тебя, блин, пылью. Жесть. Смотрите, как это ненормально, серьезно. Приехал тут на тусу к своим. А это какая-то шалава непонятная. Вызывайте скорую. Ей плохо стало внезапно. Че, все? Охренеть, она еще до сих пор со мной биться хочет. Давай отъедем, ребят. Чтоб не видели. Чтоб вот эти вот говнюки... Ну, наши друзья, естественно, не видели вот эту шалаву, блин. Иди сюда. Сейчас я тебя, блин, спырну нахрен. Шокером. Что, стало страшно? Да не сцы, будет все нормально. Не боись. Да не боись ты. Не боись, коза... Ах ты, козасранка. Смотрите, убегает как. Ты что, со мной не хочешь развлекаться, что ли? Стой! Вот. Все, бейся в конвульсиях. Я так тоже когда-то бился. Когда еще только начал снимать моды до этого. Когда, точнее, не снимал моды, я так же бился. Прекрасно. Вон моя Ламборджини стоит. Ламборгини, точнее. Ну что, ребят, можно садиться в тачку, ехать домой уже, потому что рассвет. Я надеюсь, мы классно провели время. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайкусик. Ну, а я поехал, ребят, домой, отосплюсь. И мы чем-нибудь интересным займемся на следующий день. Обязательно, естественно, пишите в комментарии, что вы хотите видеть, чем бы нам можно было заняться и так далее. На этом все, ребят, с вами был Виолент, и до скорых встреч, всем пока!